Баумана уже украшены. Магазины заполнены людьми, которые спешат купить подарок для своего близкого или родного человека. А это значит, что самое время узнать у казанцев, какой подарок не стоит дарить близкому для тебя человеку. Что подарить человеку, чтобы больше с ним не общаться? Открытку с пожеланием. Каким? С последним. Адвент-календарь от Шанель за 63 тысячи. Коровку ему, я не знаю. Что-нибудь из продуктов. Тест на беременность. С положительным результатом. Игуана. Почему? Ну, почему нет? Себя. Я даже врагу хочу подарить. Это подарки. И кто меня не любит, и все равно буду дарить. Надо подарить букет из оранжевых, синих и каких еще цветов. И, по-моему, еще из немножко типа черных листочков. Вот, это плохой знак. Шампунь, гель. Тоже такие вот подарки, которые ни о чем не говорят. Носки. Носки гель для душа. Носки тоже. Ты не подарил нам. Мы общаемся. Мне кажется, что носки не такой уж и плохой подарок, особенно зимой. Это был соцвопрос с Ильей Гизатовой, Алия Кульбарисова. Всем пока.